Причина, по которой ты хотела бы участвовать в этом конкурсе? Я хочу много денег, чтобы купить дом и чтобы все были счастливы. Меня зовут Дорота Волков, я мама нашей семьи. Я хочу в вашем конкурсе участвовать, потому что нам нужны деньги, и мы хотим построить себе большой дом в хорошем месте. Я хочу участвовать в этом конкурсе, потому что предлагают много денег. Нашу семью одевает любовь. А знаете почему мы в этом конкурсе? Потому что наша семья, мы семья и должны денег иметь. Ну, мы не такие бедные. Правда? Конечно. Я семья хочу выиграть в этом конкурсе, чтобы купить нормальное жилье. А с моей семьей объединяет наш отец, который наш глава семьи и за все отвечает. Когда ссорит какие-то там, он все разрешает, решает. Думаю, что нашу семью связывают наши кровные узы, ну и то, что мы все вместе. Нашу семью, во-первых, объединяет наша фамилия Волков, мы все Волковы, и мы, это второе, путешествуем вместе, все вместе, всегда вместе. Нашу семью объединяет наш отец. Похож я на дедушку. Я бабушка. Мои детишки. Но на самом деле все мои дети. Это все мои мужа. Да, это все наши дети. Но, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы приняли участие в конкурсе, потому что наши бабушки и дедушки живут в разных странах. Одна бабушка гражданка Белоруссии, вторая Польша. Я гражданин России. А моя жена и дети, они граждане Польши. Но мы уже подали документы. И очень надеемся, что когда конкурс будет подходить к концу, мы уже, все моя семья будут гражданами России. Так что, пожалуйста, оставьте нас в конкурсе. Потому что мы семья. Мы должны вместе это сделать. Нашу родину объединяет. Соединяет. Милость.